Всем привет, мои друзья! С вами Владимир. Продолжаю знакомить вас с нашим селом Терлянский. Сегодня я решил показать район Громиловка. Земляки просили, выполняя их просьбу. Ну, думаю, моим зрителям тоже будет интересно посмотреть, как живут на Урале. Почему Громиловка? Название. Даже вот не могу сказать. Единственное объяснение, что там стояла подстанция, там были высокие громоотводы. Может, поэтому, а может, просто потому, что жили здесь и живут отчаянные ребята. Такой район нашего села Терлян. Подъедем поближе, покажу вам его еще. Сильный ветер. Снимать буду без комментариев. 40 секунд. Потерпите, друзья мои, земляки. Друзья мои, зрители, мои земляки, хочу вам показать место, где проходили раньше народные гуляния. Вот такой сосновый бор, недалеко река Белая протекает. Вот в этом месте собирались терлянцы в праздники. Помню, это было давно, лет 40 назад, может, даже более. Маленький я был еще. Вот тут вот проходили народные гуляния. Ну, оставайтесь со мной. Сейчас мы проедем. Я вам покажу родники у реки Белой. Едем. Друзья мои, подъехал я к роднику. Такой большой родник. Целебная водичка. Родник довольно мощный. Раньше, когда работал прокатный цех, отсюда даже воду возили в прокатку для газировки. Работа была там тяжелая. Жара, огненный металл и газированная вода спасала людей от жары. Пили ее с солью. Отсюда возили. Было такое время. Но мы поедем дальше. Покажу я вам еще два родника интересных. Все родники освещенные у нас. Мы едем дальше. Вот, друзья мои, посмотрите. Показываю вам еще один родник. Он такой мощный. Сюда часто люди за водичкой ходят. Такой мощный родник. Из берега, из-под камней.
так он ручейком в белую впадает. Такая красота. Слышите, как вода журчит? Чудесно. Вот еще один родничок. Тут их три. И все я вам покажу. Ну, это, конечно, помельче. Вот такой. Подойдем к третьему. Ну, вот и третий родник. Ну, он тоже небольшой. Вот показал я вам родники. Четыре родника. Один большой и вот три небольших родника. Оставайтесь со мной. Сейчас мы проедем в район мельницы. Так у нас место называется. Покажу вам там интересные места. Едем. Вот, друзья мои, подъехал я к месту у реки Белая. Мы называем его Мельница. Здесь вот недалеко, раньше, до революции, была мельница. Но сейчас от нее ничего не осталось. Просто вам покажу панораму, нашу красоту. Смотрите, как протекает здесь наша река Белая, наша Гидель. Такая красота. Полюбуемся цветами. Посмотрите, какие цветочки растут. Голубенькие ромашки. Шикарные. Вот такие они. Чудесные цветы. Такие нежненькие. Вот такой вид чудесный. Люди на берегу отдыхают. Вот хочу вам показать пещеру небольшую. Посмотрите, такая вот расщелина. Пещерка. В детстве я в нее лазил, но она небольшая, метр на 4 она туда вглубь идет, и все. Ну, интересно, где только в детстве не лазили. Все было интересно, все нужно было проведать, все проверить. Вот так вот она прям у берега. У нее есть выход вот сюда вот, а вниз под берег. У нее есть выход. Такая вот она интересная пещерка. Показал я вам еще одну достопримечательность. Ну, оставайтесь со мной. Поедем к мельнице, посмотрим. Вот здесь, друзья мои, до революции
стояла мельница. Это мне рассказывали мои родители, моя бабушка. Вот в этом районе. Ну ничего уже не осталось. Только вот видно, свая одна стоит. Вот такие наши места, такая наша история. Район Мельница. Мы подъедем к речке. Посмотрим еще на нашу Гидель, полюбуемся. Полюбуемся нашей рекой. Послушаем, как она журчит. И послушаем пение птиц. Смотрю, никак ее найти не могу. Ну, спасибо, друзья мои, что были со мною, посмотрели это видео. Всем пока, всем мира и добра. С вами был Владимир.